Региональная система аттестации педагогических работников на 2017-2018 учебный год предполагает изменения. Подробно этот вопрос рассмотрели на окружном совещании, которое провели специалисты Департамента образования. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи. На совещании присутствовали руководители, которые курируют направление аттестации. Изменения произошли в части заполнения формы заключения обобщенной информации. То есть, если раньше педагог предоставлял информацию и сам мог вправе там участвовать в заполнении, то сейчас в заполнении будет участвовать заместитель директора и директор школы, руководитель образовательной организации. И потом вся информация будет подписана и передаваться мне как куратору в управлении образования. Я буду ее направлять в департамент образования. По словам присутствующих на встрече, изменения помогут упростить подготовку документации к аттестации педагогическими работниками. В свою очередь, работы прибавится у руководителей образовательных учреждений и их заместителей.